Hi, Steven. Next season, you're playing in the USHL, committed to play at the University of New Hampshire. What made you decide that playing in North America, both in juniors and in college, was the best route for your development? Стивен, первый вопрос. Видно, что ты будешь играть следующий год USHL и потом NCAA. Почему ты так успел так сделать? Я всегда мечтал, хотел играть в Америке. И через Америку, я считаю, шанс в НХЛ попасть лучше. И также я знаю, что в университетском хоккее за ним очень следят. Это хороший хоккей. И через него много игроков НХЛ попадают в НХЛ. He's quite aware because he watches what's going on. That there's a very good chance, probably a better chance for players to get into the NHL faster. And watching that made that decision a lot easier. And he thinks that he's prepared to take that route, and that's the best route for him at the moment. Стивен, добрый вечер. У меня вопрос такой. В предрафтовых рейтингах эксперты ставили вас на поздние раунды, там после 200-го номера и так далее. Но в итоге вас взяли под 88-м. Стало ли это для вас удивлением? И какие эмоции вы испытали, когда увидели, что будете, возможно, выступать еще и с другими россиянами? The question was that Steven was ranked quite low, about 200 at the pre-draft ranking, and then Buffalo picked him up at 88. And what was his feeling that he was picked that high? Я, конечно же, испытал очень хорошие эмоции. Я следил за драфтом вместе с моей семьей. Все смотрели. И было, да, удивление. Я рассчитывал, что меня выберут, но рассчитывал, что меня выберут чуть-чуть позже, так как, ну, многие аналитики, как вы сказали, ставили меня там после, там, так скажем, четвертого-пятого раунда. Говорили, что там четвертый, пятый, шестой раунд кто-то меня выберет. Поэтому я очень рад. Для меня это честь, и я хочу оправдать ожидания. И я знаю, что я могу это сделать. He said that he watched quite closely the whole draft, and he was surprised at the moment because he expected to be drafted quite low. But at the same time, it puts pressure on him or expectation on him to prove that to the Sabres and the whole league that they made the right decision to pick him this early. Jerry Fortin said that you were pretty in demand as far as being recruited by NCAA schools. Just what was that process like of picking a school, and ultimately, why did you settle on New Hampshire? Наш главный скаут рассказывал о тебе, что было много других школ, которые показали интерес к тебе. Почему ты в конце ушел в Нью-Хэмпшир? Нью-Хэмпшир мне очень понравился. Мне понравилось отношение к себе. Мы сразу же очень много разговаривали, всегда на связи. Тренера мне всегда пишут, каждую неделю спрашивают, как я, как мое здоровье. Там прекрасный тренерский штаб. Они очень меня ждут, любят, надеются на меня. И мне это приятно, я ценю, когда в меня верят. Я хочу оправдать все свои ожидания и буду много готовиться и тренироваться для этого. He said that the decision was quite easy because he was in quite a close contact with the school and with the coaching staff, and just the way they show interest and willingness to help him was a decisive moment. And he said that there again, he's prepared to to prove him and give him back all the attention that he got at the start. How would you describe yourself as a player? And second of all, how would you describe Prokhor Potapov since you guys were teammates? What sort of player is he? And what was it like watching him this season?
Два вопроса. Первый. Скажи, ребятам, какой ты игрок, как ты играешь? Я играю за счет головы, за счет правильного мышления, за счет того, что я всегда договариваюсь с партнерами. Я с партнерами ставлю свою игру за счет хорошей техники и, главное, это хитрость. Поэтому, наверное... He said that his biggest thing is his head and his mind, and that's what he relies on. He wants to communicate with his linemen and put him in the best position, you know, there could be, and that's the key for him. Второй вопрос потом. У тебя была возможность вместе играть с Прокором Полтаповым. Можешь сказать, какой он игрок и партнер? Он хороший друг, он хороший партнер по команде. Я со всеми в команде очень дружу. Мы в этом сезоне много с ним играли и достаточно и много забивали. В плане, какой он игрок, он немножко противоположность где-то в каких-то моментах, чем я. Он более, более где-то сильнее, более играет больше на силу, играет больше я на технику, поэтому вот так. He said that they're, first of all, they are very good friends, and it was fun to play. They had a chance to play quite a bit on the same line, and they're actually quite different. Although they enjoy playing with one another, they're quite different players. Where Steven plays more with his skill and with his head. Prokhor is more based on power and just willingness to take the pucks to the net, and that's why they had quite a bit of success playing together this season. All right, we are all set. Thank you very much, Steven. Thank you very much.